Бывший президент Армении, военный преступник и соучастник хаджалинского геноцида Роберт Кочарян объявил о возвращении в большую политику. «Я вернулся в большую политику», – сказал находящийся в Москве экс-глава государства в интервью «Спутник Армения». По словам Кочаряна, являющегося одним из зачинщиков Нагорно-Карабахского конфликта, сейчас армянский народ нуждается в понятных и сильных личностях, поэтому новые парламентские выборы станут двухполюсными между нынешней властью и ее антиподами. Кочарян также подчеркнул, что люди вкусили плоды популизма, вкусили результаты цветных революций и работы людей без опыта, а теперь маятник двинулся в обратную сторону. Есть потребность в совершенно других типажах, в совершенно других командах, в командах профессиональных управленцев, людей, имеющих волю, людей, способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам. И такая команда в Армении есть, заявил экс-президент. Напомним, что 2 февраля суд в Ереване смягчил меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Неожиданно для стороны обвинения судья Анна Данибекян разрешила бывшему президенту Армении в очередной раз покинуть пределы страны. Ранее же руководство офиса Кочаряна анонсировало 5-дневный его визит в Москву с 3 по 8 февраля. Ну, я вернулся в большую политику. Я какое-то время в ней отсутствовал, но, по крайней мере, последние где-то года 2-3 я реально присутствовал. Мы следили, мы подписывали обращение к властям Армении по этому поводу, за что отдельно получали плевки от определенных людей. Вы знаете, мы сейчас чувствуем очень интенсивно растущий запрос на прогнозируемых, понятных и сильных личностей. Мы это чувствуем, мы фиксируем. Ко мне это огромное количество обращений, это отражается сегодня и в социальных сетях, это в непосредственном общении, там, измерить как бы градус этот тоже достаточно сложно. Но я понимаю, что если будут выборы, то эти выборы станут, вероятнее всего, двухполюсными такими выборами. С одной стороны, радикальная оппозиция, с другой – власть? Да, да. Я думаю, и не просто радикальная оппозиция, они будут между антиподами этой власти. То есть это власть, ее как бы ДНК, ее типаж. Другой полюс – это будет антипод этой власти. Люди вкусили плоды популизма. И люди вкусили результаты работы людей без опыта. Люди вкусили, ну, скорее не вкусили, вот это послевкусие эйфории от цветных революций, от цветной революции. И я думаю, вот этот маятник, он двинулся в обратную сторону. И есть потребность в совершенно других типажах, в совершенно других командах, в командах профессиональных управленцев, людей, имеющих волю, людей, способных говорить правду, смотря в глаза своим оппонентам. И такая команда в Армении есть.